Всем привет, YouTube привет. Вот просят показать меня, как я пользуюсь крючками, как я ими давлю, какой инструмент использую. Ну что, начнем с того, когда давятся большие вмятины, естественно, окончание инструмента должно быть каким-то вот таким. Вот. Чем больше, тем лучше, скажем так. Что такого рода, вот такого обрезиненный. То есть на большие вмятины. Мы одеваем большой наконечник. Но в частности, сейчас я работаю вот таким. Это когда у нас, вот большая вмятина, ну условно, но не такая, мы вот в центр вот таким крючком мягеньким. Вот. Когда у нас вмятина уже вот такая, ставим, допустим, тоже стараемся давить там в центр. Когда у нас вмятина вот такая, я вот таким вот острым работаю уже по вот таким. Вот. Как я держу инструмент? Вот так примерно. И я работаю, да? Сейчас я покажу, как это выглядит снутри. Снять снутри будет. Оттуда я покажу руками, как держу. Чтобы было видно. Вот, я нахожу вмятину. И вот так, нет, вот. Вот так, либо вот так. Видно там? Как? Да, да. Вот. Либо вот так, либо вот так, вот так, вот так, вот так. Все. Вот и все, что хотел сказать. То есть, когда вмятина большая, у нас, соответственно, и наконечник большой. Когда вмятина у нас маленькая, можно работать острым наконечником. Вот, таким, допустим. Любыми. Вот я сейчас работаю. Вот. На краях элементов, когда вот здесь вмятина, работаю вот таким. Он залазит сюда. Вот. И как раз вот эти края элемента я ими работаю. Вот такой инструмент. Все это handmade, или по-русски самопал. Ну вот и все, по-моему, ответил на вопрос. Берите, дерзайте, ничего не будет. Ну, желательно ничего не бояться, тренироваться на кошках, вот, на какой-то кузовщине, которая все это либо стерпит, либо потом ее можно выкинуть. То есть на нормальных машинах лучше не тренироваться. Начинать надо с чего? Вот. И постепенно у вас наработается опыт. И все нормально. Вот и все. Всем привет. Пока-пока.